очень тюленят в этом плане. Хотя ничего не стоит зайти с любого способа, который там предоставлен на стрим, и задонатить. Хотя бы до $20. Так, Райс хорошо прыгает, он пытается угадать, но без удара. Нет, на хите там не влезть. Не панишит. Хорошо, пожалуйста, пошли дебаггеры, но надо как-то... Ай-яй-яй! Как-то, мне кажется, делейл ножку, а то бы сейчас мог бы и выиграть даже бой. Стрей, конечно, жмет. Пока все неплохо складывается для Райза, более-менее, как в прошлом раунде, но... Все возможно, как... Стоило ли делать такую комбу, я не знаю, вроде бы там 2-2-Б можно было бы нормально. Ай-яй-яй. Стрей съедает, а второй удар не ждет. Стоило немножко бы подождать, если стоило бы. Не уверен, что там можно это отстепить. Не уверен. Лучше просто присесть по вторым ударам. Игни. Хорош. Угадал. Паниш. Но только надо было бы, конечно, лучше через аш. Рай знает, как рвать бросок. Ай-яй-яй, что ж ты делаешь-то? Хорош, угадал все, что только можно. Райс в этом раунде забрал. Почему-то не делает стрей таса плюс Б в Soul Charge. Очень странно. Такая спам-опция, что я не знаю. Ее грех не делать. Грех не делать. Хороший степ. Комиксап, а плюс Б. Заряжается. Метра нет у Райза. Да, то самое, о чем мы говорили, приземлилось его с помощью молнии. Ай-яй-яй, тех краучи спасают. Много, сейчас будет урона. Ай-яй-яй, отстепило. Давай, кто-нибудь должен что-то угадать и... Господи, вот это... Запарывает, к сожалению, комбу. Ну, очень хороший сайдстеп был от Райза. Единственное, что надо было бы, конечно, метр использовать не на автоги. Плюс. Ну, ножками. Ну, стрей, конечно, бы стоило бы посмотреть какие-нибудь комбо. Потому что, ну, совершенно не знает их. Делать какие-то странные вещи. Есть неплохие софити, на которые можно писать в интернете, хотя бы... Или даже поиграть с ними. Господи, вот это отсутствие хит-детект, конечно. Господи, заряжается. Будет ли тут читерский... Нет, не было. Читерский таз А плюс Б у Софити. Он просто можно его включать в толчаш, лицом кататься. Просто лицом кататься и... Пока они начнут степить. Пока начнут степить, есть таз А. Вот, и тогда. Можно уже как-то миксовать. Да, ну, смотрю, вот игроков одинаковый рейтинг даже. Сербер. В общем, дьявольская собака. Ну, я могу просто посоветовать Стрей, если попал тут лоу-удар в хит, то можно вторым продолжать без задержки, тогда его не отстрепит.
Господи, как жмет? Жмет, жмет. Немножко надо мне сократить нажимание стрею. Чуть-чуть. Просто он из-за этого больше теряет, чем получает от таких нажиманий. И один АА. Или, нет, это один А. Да, нет, это один АА, все правильно. Убирай этот бой. Раунд. А, вот, но. Все шансы остаются. Если поменьше вифлить, то тогда шансы будут. А так, конечно, печально. Печально. Вот о чем говорил. Господи. Закатило. Скатило бедного Райза с арены. Начинается какой-то мышец. Блок. Трей, блок, пожалуйста. Нет. Только не так. Ох. Как хорошо стал завифанишить, но хитбокс у 2-2-Б не бесконечен. Набрал Little Hit. Не знаю, какой-то, хотя... Когда у персонажа там что-то, какие-то вспышки происходят внизу, это они выполнили какой-то квест. Квест, который позволяет набрать метр. О, Little Hit получили, господи, метр. Вот, а про метр я сказал, там Райз сделал 1 АБ. Вот, это Little Hit, когда у персонажа, у соперника полный метр. Вот. Можно было получить Little Hit, Райз хотел. Ох! Просто пробило. Да, и вот этот читерский Таса плюс Б. Слишком. Если бы Стрей изначально этого делал бы, то это могло бы гораздо быть лучше его. Ох. Рида Драйза. Сейчас получится еще один Little Hit. Если я правильно помню. Да. Б. Запарывает что-то. Господи, ну не...